Всем привет! Сегодня мы находимся на мастер-классе по изготовлению традиционных детских колыбелей люлек обских убров. А секрет по изготовлению колыбелей нам расскажет Елизавета Ташманова. Детская колыбель у народов Ханты и Манси используется для ребенка. Когда рождался ребенок, у него появлялось две люльки. То есть это ночная люлька, етен онтук. Также есть вторая люлька, которая называется хатл онтук, то есть дневная люлька, хатл онтук. В ночное время дети спали в ночной люльке, в дневное время ребенок находился в дневной люльке, то есть она была в полусидячем состоянии, вешалась на специальный крюк, деревянный крюк делали. И если ребенок днем спал, то есть люльку наклоняли, и он, можно сказать, в лежачем положении находился. И ребенок находился в такой люльке до того времени, пока он не научился ходить. История говорит, что раньше дети находились в такой люльке до 3 лет. В таких люльках сейчас современные народы Ханты и Манси, понятно, что в городе не пользуются, а на стойбищах до сих пор используют детские колыбели. И вот мы сейчас повторяем и шьем тоже такую люлечку. Детскую колыбель у обских угров изготавливают из бересты. Береста – это основной материал, из которого состоит детская люлька. Береста по-хантыйски будет тунты. Повторяем. Тунты. Бересту, как правило, заготавливают весной и осенью. Так как в это время поры у дерева раскрыты, береста хорошо отходит от ствола. Сейчас мы применяем весеннюю бересту. Также в изготовлении детской люльки применяется материал. Это черемуховый пруд, из которого делают каркас люльки. Черемуховый пруд по-хантыйски будет йомюх. Йомюх. Вшивают каркас люльки корнем кедра. Корень кедра по-хантыйски будет тхар. Тхар. Далее, чтобы нам сделать люльку, то есть сшить все части, которые у нас будут заготовлены, нам понадобятся сухожильные нити. Сухожильные нити на хантыйском языке будут пун. Пун. Люлька у нас состоит из нескольких частей. Это мы делаем из бересты спинку. Онтупшаш. Онтупшаш. Вторая часть люльки – это у нас бортики. Бортики по-хантыйски – это онтуппун. Онтуппун. Ну и, конечно же, у нас должно быть дно у люльки. Дно люльки по-хантыйски будет онтуппаты. Онтуппаты. Люльку, если мы всю полностью сшиваем, также, конечно же, у нас еще должна быть внутренняя часть спинки. Она звучит по-хантыйски как онтупсапы. Онтупсапы. Ножная часть, где у нас ноги, звучит как курнат. Курнат. Детская колыбель должна обязательно орнаментироваться. Орнаменты на бересту наносятся методом выскабливания. Главным орнаментом детской колыбели является глухарка сна. По-хантыйски глухарка сна будет лук. Повторите. Лук. Глухарку сна наносили как на бортики, также обязательно ее наносили на спинку колыбели. Так как орнамент глухарка сна у обских угров обозначает, что она охраняет и оберегает сон ребенка. А теперь давайте повторим слова, которые мы сегодня с вами выучили. Береста – тунты. Тунты. Черемуховый пруд – йомюх. Йомюх. Корень кедра – тхар. Тхар. Сухожильные нити – пун. Пун. Спинка детской люльки – онтупшаш. Онтупшаш. Бортики – онтуппун. Онтуппун. Также внутренняя сторона люльки – онтупсапль. Онтупсапль. Дно люльки. Онтуппаты. Онтуппаты. Подножная часть. Курнат. Курнат. Ночная люлька. Йетен онтуп. Йетен онтуп. Дневная люлька. Хатл онтуп. Хатли онтуп. Глухарка сна. Лук. Лук. На этом урок окончен. Спасибо за мастер-класс. Паем вольфом.